об спорте. У Гомелі пройшла матчевая встреча помеж сборной нашей области и дружиной Минска. Споборництво отбылось у межах юнацкой лиги бокса. С переможцами познайомилась Вероника Гамзюкова. У Гацарі Одиноборства, где проходила матчевая встреча в рамках юнацкой лиги бокса, собрались лепшие спортсмены нашей области и города Минска. Им усяго 13-14 годов, але многим продракают великие поспехи. Так кажуть и про Ярослава Сапегу. Юный боксер живе под Речицей. У спорт его отдал батька. Выник не примусил себе чакать. На дебютном областном турнире Ярослав стал первым. После этого он не раз становился переможцем и призером республиканских и международных турниров. До речи, Ярослав перемог и на всех матчевых встречах юнацкой лиги бокса. Со всеми было тяжело. Ну так, с некоторыми даже было кто-то полегче, кто-то потяжелее. По-разному. Мы будем готовиться ко всему и должны ко всему готовы быть. И будем боксировать. Юный боксер отзначает, формат команда на команду позволяет обмениваться опытом. На его погляд, самая мощная команда из Витебской области. Миновито ей наша дружина заступила усяго на несколько очков. У Беларуси такий формат с поборництвом у боксе реализует у першиню. Его мета, как спортсмены школьного узросту повышали узровень выступлений и набирались в опыту. Спочатку отбирают лепших у регионах, затем команда выступает во всех встречах лиги бокса. У каждой вазе представлены один спортсмен от команды. Количество побед в команде уже влияет на конечный результат. Поэтому накал страстей, эмоций, ну и плюс командный дух. Подготовка идет. Мы видим, что движение вперед есть. Надеемся, что у нас появятся имена. Переможцем этой встречи стала команда Гомельской области с ликом 13-8. Гомельчане приняли удел уже у четырех турнирах юнацкой лиги. Полфиналы пройдут у красовику, финалы у маи. За звание лепшей будут змагаться команды, которые набрали большую колькость очков. Заработать баллы наши спортсмены смогут у соковику на встречах с командами Гродинской и Могилевской областей. С ближайших споборництв по боксу турнир имя Юкова. И он пройдет 5-8 соковика. У им будут удельничать национальные команды 7 краин. А у красовику Гомель прийме чемпіонат Беларусі. На ім боксеры змогуць выиграть путевки на другие европейские гульні. Вероніка Гамзюкова, Василь Осіпцов, телерадіокомпанія Гомель.